Всем привет, с вами Комаров Виталий. Ну, хотелось бы мне прокомментировать то, что сейчас происходит в Москве. То, что происходит в Питере, там, в Чебоксарах, в Уфе, это ладно. Начало происходить интересное в Москве. То есть, что там такого интересного? У нас люди, оказывается, не стадо баранов, да? И на этом митинге, который сейчас там происходит, происходит что-то вообще непонятное. Во-первых, что-то больно уж как-то легко всех разгоняет. То есть люди собрались, раз, ОМОНовцы пришли, здесь собираться нельзя, нарушайте закон, и все разбежались. Странно. Хотели собираться в одном месте, начали собираться в другом. Что-то пара маленьким группкам. Вот такое вот ощущение, или что-то действительно готовится, или же все это на нет упадет. Посмотрите вот прямые трансляции, что касается Москвы, там очень много интересного можно видеть. Утром посмотрел Караулова, он сказал, что ОМОНовцев, там какой-то батальон, что ли, вооружили огнетушителем. Вот это тоже интересно, если вооружили огнетушителями, как чего не было. Вы, кто вот в Москве живете, за машинами посматриваете, что там, вот, может, действительно все попалят нафиг. Так что вот такое вот мое мнение в Москве. Ой, как интересно, что будет к вечеру, что будет дальше, никто ничего не знает. Журналист, который снимает людей, постоянно теряют. Этого никогда не было. То есть нет вот этого, когда большая группа людей идет в одном направлении, одной куче. Нет. Все что-то куда-то, кто-то откуда-то что-то вылазит, кто-то куда-то залазит, где-то что-то пропадают, ОМОНовцы появляются, народ пропадает. ОМОНа нет, народ собирается, потом все это опять пропадает. Делайте выводы сами. Или все на нет упадет, или что-то будет. Покидываю.